У Музы выходной. Творческий кризис одолел талантливых музыкантов. Ничто так не успокаивает и не наполняет вдохновением, как свежий воздух, созерцание природы и, конечно же, этнос. Легкое звучание акустической гитары в сочетании с древними казахскими музыкальными инструментами наполняют душу музыкантов и вдохновляют на создание новых мелодий и композиций. Сегодня Джонни Гас и Серик Нурмалдаев отправляются в музыкальное путешествие в этно-аул. Жил когда-то в горах охотник Куламерген. Много горных козлов в Таутике было убито им на охоте. И однажды явился к его родителям во сне Кие, дух Таутике в обличии девушки. «Отчего ваш сын без надобности стреляет в нас? По предписанию Тенгри, человек не должен брать у природы больше, чем ему нужно. Ведро Куламергена с кровью переполнено. Еще одна капля, и последует проклятие неба». Несмотря на предостережение, Куламерген вновь отправился на охоту. День был хмурым, охотнику не повстречалось ни одно животное. Когда уставший Куламерген начал разжигать костер, перед ним вдруг появился Таутике с необычным бело-золотистым окрасом и белоснежными рогами. Куламерген тут же выхватил лук и подстрелил козла. Разделав тушу, он прилег отдохнуть. Однако вскоре охотник проснулся от какого-то шума и увидел перед собой того же самого Таутике, живого и невредимого. Три раза покружив вокруг Куламергена и прыгнув через его голову, Таутике скрылся. Наутро конь Куламергена пришел без хозяина. Такие легенды казахи рассказывают своим детям испокон веков в воспитательных целях, используя при этом дамбру и деревянные фигурки ортике. Итак, всем привет! Я Джонни Гас, а это Серик Нурмалдаев. Сейчас мы в казахском национальном этноауле. День обещает быть отличным. Всем привет, меня зовут Серик Нурмалдаев. Мы сегодня с Джонни прибыли в этноаул. Неописуемой красоты места. Смотри, здесь тебе и горы, и юрты, и, конечно, вся кочевая жизнь казахов. Отлично. Поехали. Поехали. Джонни, я привел тебя в музей снова. Это музей, правда, где изготавливают народные инструменты. Как ты видишь, здесь очень много видов домбр, которые я тебе, помнишь, показывал в музее, а также очень много видов различных музыкальных инструментов. Здесь ты видишь и халкобызы, асатаяк, дангра. Вот очень много видов домбр. Это особенное место, потому что тут и музей, и здесь же мастерская, и они сами здесь изготавливают инструменты. Да. Окей, я так и подумал. Я думаю, этой атмосферой проникнуться ты тоже так же должен был. И барабаны тоже. Да, это получается даул пас. Помнишь, я тебе рассказывал про шлем? Да, да, точно. Вот он похож на шлем. Или казан, где жарит наш любимый плов. Они здесь все это продают? Да, да, да. Да? Да. Окей. Посмотрим, как изготавливают инструменты. Каждый тиек, подставка под струны дамбры, всегда должен ровно подходить. Быть не высоким и не низким, а ровно. Вот такой высоты. Сейчас звук нашей дамбры проверим. Thank you.
Вот и звук нашей домбры. Есть. Вот и закончили работу над домброй. Агашка наш из далекой страны приехал, и поэтому я хочу ему подарить. О, это подарок для тебя. Это подарок для меня? Да. Вот это да. Боже мой, друг, у тебя очень большое сердце. Очень красиво звучит. Спасибо большое. Скажу на казахском. Рахмет. Это красивый инструмент. Будешь использовать в своей музыке домбру? Конечно. Я так и задумал. Такой план. Тогда тебе придется ехать снова в Тарас и брать уроки у Дархана уже основательно. Да, я поеду туда. Я должен. Потихоньку твои мелодии становятся похожими на казахские. Становятся похожими. Рахмет. Спасибо. Джонни, у тебя новый инструмент. Да. И новые местности. Новая местность, новый инструмент. Да, я думаю, нужно будет опробовать именно в этом месте данный инструмент. Обязательно. И думаю, наши уроки, которые были до этого в других городах, не зря пошли. Пошли, наоборот, на пользу тебе. И ты сможешь сыграть на новом инструменте. Верно. Какое вдохновение. Ну вот, Джонни, орудие, казан. Да, охотник и его обед. Видишь рога оленя? И всякое такое, да. Да мне все равно напоминает музыкальные инструменты. Как старый барабан. Да. Толпас. Видишь, вот здесь такие вот вставки железные. Похожи на шахмобызы. Да, да. Я думаю, по-моему, даже казан призывает нас к импровизации тут. Как ты думаешь? Несомненно. Давай попробуем. Давай попробуем. Играть на новом инструменте? Ну, как хочешь. Я на гитаре. Давай пока на гитаре, наверное. На гитаре? Давай попробуем. Окей. А я пока разыграю твой инструмент новый, домбру. Окей. Опробуй ее. On the federal estate.
only let him push the boat away. Out of kindness, I suppose. The friend of Raleigh say, yeah, they could have had him any day. They only let him go so long. Out of kindness, I suppose. Тебе понравилась песня? Тебе... Звук у нее красивый. А, тебе понравился звук? Yes. Ну, я думаю, до конца сегодняшнего дня я тебе ее разыграю хорошенько, и ты с красивым звуком можешь дальше поимпровизировать на этом инструменте. Я хочу как-то научиться на нем играть. Ну, я рад, что тебе понравился звук. Ну что, пошли дальше? Давай, пойдем. Войски. А давайте дальше импровизировать. Поехали. Спасибо, Серик. По доброй традиции нашей программы, естественно, мы должны с тобой отведать вкусное казахское блюдо. Тур, пожалуйста. А, да, кстати. Помнишь, я тебе на Черенском каньоне говорил об этой национальной одежде? Ого! Шапан. Красивый. Ее дарят самым почетным гостям. Я хочу тебя одеть в чапан. Это для меня? Да. Спасибо, подарю друг. Тебе... Мне нравятся новые халаты. Ой, прям. Нормально? Настоящий хан. Хорошо? Подожди, не хватает одной детали. Так, сейчас я тебе завяжу хорошенько его. Удобно? Ох, все, приятно. Вот так можешь ехать на мотоцикле в Индию. На моем мотоцикле. Давай в честь этого что-нибудь сыграем. Отчего нет? Давай. Thank you.
back home. I'll find some time to be alone. I'll go to see the place once more. It's like a thousand nights before. I climb the stage again this night, where the place seems still alive when the smoke is going down. When the smoke is going. Мне кажется, ты грустишь. Нет, это расслабление, это транс, как транс. Когда дымка опускается, просто красота. И акустика здесь хорошая. Да, акустически очень хорошее место. Тем более ты в такой холод заметил, да. Здесь очень тепло. Здесь студия звукозаписи. А, давай, точно, хорошая идея, хорошая идея. О-о-о. Здесь еще мясо. Как это называлось? Там мясо, да? Да. А... Бешбармак. Молодец. Так, это национальное блюдо бешбармак. Вот это? Это баурсак. Баурсак. Верно. Ну и то, что ты не видел. Сейчас ты, наверное, будешь шокирован от этого. Вот оно. О, боже. Это голова? Это голова. Друг, это странно. Голова подается самым значимым гостям. То есть это съесть надо? Да, конечно. Причем все до костей. Боже, это вообще ужасно. Да. Нам когда-то Аташке давали ухо, чтоб хорошо слышали. Это тебе. Это действительно вкусно. Казахский деликатес. Ну как? Давай ты попробуешь нарезать это все. Давай попробуем. По-казахски. Вкусно и мягко. Слушай, Джонни, прям видно, что ты кулинар. Дома прям готовишь. Да, я готовлю, умею. И ты мне обещал все-таки приготовить свой бешбармак. Да, я приготовлю для вас бешбармак. Хорошо. Привези свою группу, группу Туран. И вместе попробуйте бешбармак. Я тебе хочу еще рассказать еще про один инструмент, но это только после нашего вкусного обеда. Окей, приятного аппетита. Бон аппетит. Это все казы? Казы.
Хорошенькая штука. Хорошая игрушка. А попробуешь? Может, на гитаре? На гитаре? Ну, давай. Yeah, yeah. Come on, come on. Yeah, let's rock and roll. Let's go. One, two, three, four. Let's go. Rock, rock, rock me around the clock. Jump and shout. Twist and shout. Baby, kick up your shoes and maybe roll on the floor. Yeah, yeah, yeah. Jump. Классная игрушка. Классно получилось. Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с Сериком побывали в ауле. Тут все пропитано культурой казахского народа. И здесь я увидел, как изготавливают национальные инструменты. Мастер подарил мне замечательную дамбру. Мы ездили на лошадях, и это было настоящее вдохновение. А завтра у нас очень важный день. Мы с Сериком даем совместный концерт. Но об этом чуть позже. Deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now is 'cause I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, I've been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Though I'm leaving on that midnight train tomorrow, I don't know just where I'm going. Back to my troubles and I've thrown them all away. 'Cause this time, my little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I'm feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed.